привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрач, Донни, Фанни, Андрюха и Вжух. И сегодня у нас битва за контейнер, ребята, и у нас для вас очень интересный контентик подъехал. Да, ребята, всем привет! Всем здорово, ребятуля! Здорово, пацаны! Всем здорово, ребята! Ну чё, погнали там конты? Да-да-да. Я, короче, официально сегодня Юрач Скала Джонсон. Все, я ничего не знаю. Урач. Мы с Бразерс, пацаны, мне пофиг. Окей. Так, давайте его здесь оставим. Стойте. Сегодня, ребят, у нас, как я уже говорил в своем видосе, да? Ребят, сегодня у нас конты необычные. Сегодня у нас, ребята, конты с машинами из Форсажа, поэтому все будет очень горячо, очень жарко. Легендарными машинами. Да-да-да. Я хочу первый. Так, давайте, давай, выбирайте, налетайте. А давайте я свою тактику, как говорится, разработаю, а последний контейнер выберу, который пятый? Не останется. Давайте там, выбирайте себе. Не-не-не, я расставлял, я знаю, где какая тачка, поэтому... Понял. Ну давай-то пятый фиксим. Отлично, так, отлично, давай, отлично. Все, разбираем, пацаны. И спасибо большое тебе, Андрюха, за то, что ты мне просто подарил мою тачку. Пацаны. Я даже не знаю, радоваться или нет, но пацаны, тачки из Форсажа прямо ау. Короче, да-да-да. Что еще здесь выпало, ребят? Так, у Андрюхи получается это Civic из первого, да? У меня этот Volkswagen Jet, это уже из первого получается. О, я помню этот момент. У Вжуха это Эрик 7, я не знаю с какого, честно, Форсажа это. Это этого, как его? Лысого, Вин Дизеля. Да-да-да-да-да. Только она красная должна быть. Вам не кажется, что там тачка сейчас взорвется? Да, я тоже смотрел, она говорит так. Окей, парни, прилетели на первое испытание на Drag Racing, там мы узнаем, что из что наши тачки представляют из себя. Да, погнали. Погнали. Ну что, ребят, у нас первое испытание Drag Racing, я кидаю уже гранату, поэтому... Да, давай, Донни, ребят, интересно. Так, у кого пушка? Пушка, 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 кто же пушка? Давай, Он нитро использует, пацаны. Какое нитро? В смысле? В смысле? Андрюха, Андрюха, Андрюха. Это что происходит? Ты где находишься? Алло. Я не понял юмора, слышь? Чё Скайлайн сосёт? Я третий. В смысле Скайлайн последний? Что это было? Это походу, смотри, ты посмотри, как она стартует. Это походу с этого, заменёнка на Muscle Car, смотри. Да-да-да, смотри, она сразу на два колеса, короче, да-да-да. Понятно. Обалдеть. Поняли, что наши машинки представляют из себя напрямую, теперь давайте мы узнаем, что они представляют из себя на спринт-гонке. Погнали, погнали. Так, ребят, ну что, у нас второе испытание, спринт-гонка, я кидаю уже гранату, поэтому... Ну, предчувствую, пацаны, кровь, кишки и сами дополнят. Это да. Ну да-да-да-да. Так, нафиг, стартуем, стартуем, пацаны. Так, тихо-тихо. Вжухич! Твою мать, Вжух! Тихо! Да ты меня прижал прям к стенке, что мне делать-то оставалось? Тихо-тихо-тихо. Опасно, опасно, пацаны, опасно. Тихо! Ничего себе, бачком Фанни вылетает просто. Да мы все бачком, углом просто лети как можешь. Да-да-да. Как возможно, пацаны, как возможно? Порхай, как бабочка, смысле, жаль, как пчела. А там да? Переезд был. Я и проехал по нему, как бы. ЖД-переезд? Я расшатался, бота. Просто, пацаны, жестко как-то. Жесть. Ай-яй-яй. Окей, ладно, я второй. Аккуратнее, аккуратнее, пацаны. Там реально боты вот эти, не влезаешься. Пацаны, вы лучше не болтайте много, потому что жестко пингует, и боты появляются из ниоткуда просто. Да-да-да-да-да-да. Вжух, смотрю, просто на двух колесах. Меня развернуло только что на 360. На меня машина упала сверху. Это что за чертовщина? Вообще, что происходит? На меня машина сверху упала, короче, которая вот в прошлый раз тут была у кого-то. А может, я просто заспавнил как-то? Сюрприз. Ёпа-мать, я врезался в забор на повороте просто. Из меня гонщик, как и из балерина из вас всех вместе взятых, наверное. Ой, вижу, Андрюха, не тарай. Плохому танцору, знаешь. Спойлер мешает. Кто там куда-то не туда улетел? Я не туда, поворот не туда, посмотрел фильм. Я что-то, знаете, так на релаксе еду, потому что я боюсь разгоняться. О, это кто тут здесь, Жохи, что ли? Нет. Не-не-не, он сзади. Короче, я так, ребят, если вы разбился. Едете сзади, то вы... Так, минус бот. Возьми. Опять олень дорогу переходит. Это минус я. Олень дорогу переходит. Олень красавчик. Да, это, короче, знаешь, день сурка, он постоянно здесь дорогу переходит и перейти не может. Да-да-да, кстати. Так, аккуратнее. А ты когда не меня догнал вообще, я чуть не понял. Да я ехал красиво, короче. Ну, хотя ты быстрее меня, да, ты быстрее меня. Пацаны, а кто из вас первый едет сейчас вообще?
Первый. Ниссанчик может, но он в гору прям вообще не прет. Вообще не прет. Я походу второй приеду с такой фигней. Не-не-не, я тебя не успею догнать. Меня тоже. То есть, в принципе, не все в гору так себе идут. Я еще и шлифую просто, понимаешь? Ну да, такое себе. Все, пацаны, я приехал кое-как. Ну хорошо, за последнего места просто униженное. Скайли хотя бы немножко отыгрался. Ебой, ладно, я второй неплохо. Ну а я наоборот, я теперь приехал последним. Прошлый раз был первым. У меня тут Фанни вообще борьба просто дикая. Ай! Минус, короче, на финише. А, улетел. А, я, значит, не последний. Не-не, не успеешь чуть-чуть прям. Уже последний. Просто по навигатору улетели, походу, как всегда. О, еще один пошел. Ничего себе! Эфирно эффектно было, пацаны. Окей, пацаны, вот такая же у нас получилась сегодня гоночка. Записываем баллы и полетели на следующее испытание. Погнали. Ну что ж, ребята, как всегда, дерби, но на необычных тачках, поэтому сейчас вот Нитро пригодилось бы самое вот прям место ему здесь, но оно не работает, к сожалению. Да, давай, запускай. Так, пацаны, вжуха, как бы держись подальше, потому что нас всех сейчас обрешает здесь, я не знаю, будет палец. О-о-о-о-о! Да, обрешает, именно обрешает. Так, так, это что про... На! Ты где находишься, алло? Лай-лай-лай. Скай назад. Так-так-так. А у Ская, кстати, должно быть прям. Нет, я шлифую жестко прям, вообще дико. Да мы здесь все шлифуем по-жестко. Да, особенно. Нет. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кто убрался? Да. Минус Фанни, да? А, вжух! Вжух! Оп! Оп! О-о-о! Минус Андрюха. Да. Так. Ну чё там, ну чё, кто там из трёх? Почти. Хорош! Вот это я называю парная работа. Тимворк, да. Так, чё делать будем? Ну и теперь битва инвалидов. Давайте попытайтесь. Да я пытаюсь. У меня корабль-то по сравнению с ним просто обалдеть какой. Хорош. Так. Так, пацаны. Чего? Не, я думаю, Скай. Не-не-не, Скай и этот. Он шлифует, во-первых, во-вторых, он тяжеловат, что-то больно. Так. Ну, во-во-во-во-во-во. То знаешь, что прикол? Я вот по радиусу катаюсь, и я не успеваю. Да. Я не успевал. Я прям чувствовал, что я проигрываю. Ну, он улетел. Нормально. Окей, парни, записываем баллы, полетели выбирать новые. Погнали. Тачки. Погнали, пацаны. Ну что, ребята, продолжаем. Короче, Форсаж 2 уже прямо на ваших экранах. Прямо здесь выбирайте тачки. Я хочу пятый. Давай, бери. Я третий также выберу. Наверное, там опять так, давайте я четвертый. Фиг с ним, я четвертый выбираю. Так, окей, мне тогда второй достался. Давайте посмотрим. Че, смотрим, ребята? Пацаны, у меня хорошая тачка. Там Wellside, слышишь? Блин, ребят, вот здесь... Да. Тачки, что надо. Я не знаю, что у меня... Ну, короче, у меня это Эрик Седьмая, типа, этого чувака из токийского дрифта, в общем. Да. Да, там ну, был тип... такой тип, короче, да, в фильме. Да. Вот, окей, ну, у меня парни, полный привод в RX, короче. Полетели на первое испытание для этих тачек. На прыжок. Давай фильме. Посмотрим. Полетели. Да, погнали, ребят. Да, погнали. Ну что, ребята, вот опять испытания для легендарных машин. Сейчас проверим, насколько они далеко прыгнут. Че, по грени или да как нет, обычно? Да нет, прыгай уже, все. Давай, я уже поехал. Пошел. Давай. В омут к чертям просто. Че, давайте я следующий, короче. Давай. Все, я полетел, ребят. Ох ты, нифига, что не перевернулся, а? Мне уже... Сколько? 200. Да ладно. А у меня пока 150, так что, пацаны, едьте там уже. Давай. Так, мне кажется, Донни быстрый будет. Да. Не знаю. Давай, сейчас ты, Юр, потом я. Ну сейчас он скроется, что-то медленно едет тоже будет. 220... Какие 230, алло? Быстрее как бы. Вот. Так, ну надеюсь, что это... Блин, так, на самом деле ну, 230. У меня не самая быстрая 200. Машина попалась. Вот насчет максималки интересно будет. Так, я поехал. 240! Обалдеть, у меня 210 кое-как просто. Так. О, перелетел. Давай, набирай. Мне кажется, ли она лучше была? Давай. Я помню, как Донни вроде на ней катался. О, что-то как совсем туго идет. Вообще жестко. Усики! Я поцеловал усики. Да, минус. Просто поцеловал усики, не перелетел этот щит. Ну, как бы в топ-3 нахожусь, как бы. Так, а вот и Донни, фига в бочку крутит. Че? Так, ну сейчас Донни зарешает всех, по-моему. Так, хорош. Перегоняет. Не, перегоняет. Не, погоди, одинаково. Нет, Донни дальше, Донни дальше. Да, я подальше, Не. Подожди. Да не, я подальше буду, пацаны. Да? Ну, короче... Ну, типа да, ну, ближе к вжуху получается так смотреть. Да, я подальше буду, я третий. Окей. А кто там первый получается? Точнее, четвертый. Фанни, потом я.
И потом вы. Так, да, ладно, окей. Погнали считать баллы и на следующее испытание. Go. Да, полетели, ребята. Ну что, ребят, вот и второе испытание для этих машин. Я кидаю уже гранату, поэтому да, давай, сейчас начеку. Будет реально интересно, как бы, кто кого вообще. Ну, у меня полный привод, типа, не знаю. Ну, у меня так, о, хорошо. Что-то вы хорошо так поехали, пацаны. Ай-яй-яй-яй-яй! Нормально. Опа-опа-опа, пацаны. Вот это было очень плохо, я прям перелетел дальше, чем хотел. Да. Да, я тоже не туда. Так, потом куда мы едем там? Ага, вот здесь. Направо. Андрюха впервые на том скилл-тесте на нашем. Да. Я ну не потерялся. Вау! А ты что перевернулся? Я вроде тебя раньше таранул. Да фиг его знает. Так. Хорош тебе, хватит мой спойлер насиловать! Ребят, я понял, что машина, на которую я еду, на ней нужно было проходить спринт-гонку. Она офигенная. Да ты там вообще идеально уехал один. Она вообще не шлифует. У меня, кстати, тоже... Красава. Чё-то фани, да, тут затарахтели мы. Я помазь. Жесть. Так, тихо. Отлично, погнали, пацаны. Что-то жесткое немножко происходит, но тем не менее, вроде неплохо. Прям вообще хорошо. Ну, пацаны, в трейдинг потом сдадим. Да, мне кажется, примут вообще без проблем. Да, скажем, не бита, не крашена, не катались нигде, да, просто понтоваться, типа писька маленькая, тачка крутая, все. На место, вставай. Так, тихо, нормально, хорошо, приземлился. А, получается, вылететь так надо, нифига себе, интересно, девки пляшут, пацаны. Не-не-не. Девки пляшут, если проплачено. Да. Вниз, где я? Так, хорошо, я вроде как... Я прям с крыши прям пролетел куда надо. Так, кстати, на маленькой скорости вот здесь я себя более-менее комфортно чувствовал. Маленькой... То есть машина как бы нормальная. Я думал ее носить будет. Нет, самое адское это было на Monster Truck, потому что это была жесть. Так, Юра, ну, видать, база машин типа побольше, поэтому такая дичь. Ну да. Так. Чё, где вы там? Потерялась я, да? Тут-то я перевернулся, но я это, засейвился. Ой, не виноватая я. Я здесь уже. Так, жив приехал. Ну да, и чё, где еще это кто? Вон, я вижу, они там впереди падают. А чё вы там финишировали? Давно уже, мы ждем вас. Да. Ни хера себе, ну я пошёл до последней, пацаны. Так, тут ясно все. Он вывалился. Из машины вывалился. Ну и, короче, у нас там Андрюха подъезжает, все понятно. Да, все, пацаны, я последний, финиширую, как говорится. Окей, у него приступ морской. Последнее испытание для этих машин. Давай, погнали. Так, ну что, ребята, очередное испытание — забраться на гору Чилет, при этом не сдохнуть, не упасть, и при этом, чтобы кто-то был первым. Короче, ребят, всем удачи. Так, давай. Всем удачи, всем пока, я пошел. Пока, всем удачи и всем пока, да. Это символично было, кстати. Ну, мне, по-моему, я просто как на тракторе. Донни, едь, Донни! Не! Таранить буду! Пожалуйста, не пихай. Сейчас напихаю как раз. Да, блин, жесть меня пихай, не так глубоко. Полный выхлоп просто. Вдуй мне мой герой, да? Аниме! Я тебе много нового вжу. Ну я за вами, ребята! Я вообще на полном приводе, мне изи. А, кстати, да. Тут как будто хорошо. Я прям дрифчу тоже. Я думаю, что я, может быть, даже и не заеду. Нифига, как стоять. Да, что-то я реально ускорился, пацаны. Реально полный привод тащит. Андрюха тащит, да, рели? Ну, немножко есть. Он где-то. Ай-яй-яй-яй-яй, пацаны, я просто дрифчу жестко. Да, я вижу твои мучения. Так, Донни, не подрезай только, скорости не хватит. На нахер. Все, я за дверь. Да, кстати, вот здесь лучше не остановиться. Вот. Если один врезается, все врезаются просто толпой и остаемся здесь. Я да, пролагал беспорядочные немножко. Сразу места кому-то достаются. Беспорядочные так. Связи. Да. Хорош! Чего? Кто меня там чуть не вынес? Подтолкнул, немножко подтолкнул. Субарик вообще, смотри, что творит. Субарик перевернулся на крышу. Это был мой шанс, ребята. Тихо, как тебя обходить-то еще? Блин, вообще. В смысле никак, я сейчас тебя вообще столкнул. Я тебя потом... Че ты мне сделаешь? Едь давай. Припомним. Отпидю. Будет. Да тихо ты. Да ты меня достал. Юра, я тебя 7. Я встал. Я просто остановился, прикинь. Буксует, что там буксует здесь? Так, Донни, сразу... Юра, ты вроде не этот. Еще молод, чтоб так радоваться этому. Тут, короче, вообще маханали. Но Донни долго не думал. Ну слышь, Андрюх, ну ты-то куда? Прорываюсь. Ну все, хана. Блин, я чуть не... Меня Андрюха неудобно развернул, я встал просто. Да, неудобно в пензюре. Да, я просто боком встал, и все, пипец. Минус 2 места.
Боком встал. Не, реально боком встал, все. Ты бы встал боком? Ну, главное не наклоном, главное боком. Главное встал, начнем с этого. Главное под градусом, пацан. На полдвенадцатого, да? Хоба! Все, я на фине, я все, я приехал. Так тихо-тихо, ты там сзади. Я пытаюсь обогнать, но не получилось. А это тут нереально обогнать, тут чисто таранить только. Как, в принципе, ты меня убрал, Андрюх, тут то же самое. Ну да. Чисто таранить только начали леди. Хорошо. Хорош, я тоже заехал. А что, Юра второй приехал? А, Доня второй приехал. Ну все, можешь. Короче, все фигово, все, начинаем заново. Это мы вырезаем баллы и полетели на место сбора. Давай. Погнали. Ну что, ребят, самое время подвести итоги. Давай, Фаня, оглашай. Да, давай, в общем, у меня 13 баллов, у Андрюхи 15, у Юрыча 17, у Антохи очко 21. Нормально так, нормально, нормально. 4. Что-то слишком много, да? Я первым буду. Закидываю в честь вас гранаты, взрываю тут, пацаны. Ебо, я просто вышел прям красиво. Минус жух. Ну что, на этом, ребят, будем серию заканчивать. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока-пока. Всем покедова, ребята. Всем пока, ребят. Пока-пока. Всем пока-пока.